просто кусок кремния, кусок камня сколотый. Не знаю, это надо или это другое. Thank you.
Боярской Троицкой церкви, какой был в 16 веке. Домики-то какие маленькие были. Сруба 16 века еще. Как хорошо в земле сохранились.
карабин, лук и колчан кожаный. Что после пожара горело. Такие домики-то маленькие были.
как пеньки были, так и сохранилось. Сколько лет уже этому дереву? Почти 500 лет. Избушка была, когда раскатывали. Вот сейчас она лежит в зале за стеклом. Вот тут определенный климат им создают. Там видишь, за этим стеклом. Еще кирпичи от печи сохранились. Домик горел, похоже, головяшки одни. Жар был виден. Да, тут горел тоже. Все деревянные эти. Они же рядом стояли моментально. Как ветер дунул, все нет ничего. Тогда не было таких беговых охотничьих. Были лыжи, просто лыжи. По снегу ходить широкие. Это, наверное, знаешь, какие лыжи? Вот это я понял. Для саней. Пышня, лед долбить. Вот, точно, это сани. Это сани, нет. Вот лыжи большие, видишь? А, вот она идет. Это может быть. Снизу, вверх. А это сани. Полозья для саней. А ну правильно, вон и написано, полозья для саней. Были монеты, но у нас в России не знал, что такие ходили. Ну, вот я что-то не, вообще не помню, ну начеканили там что-то. Фиг разберешь, что там начеканили. Взял кусок металла, выдал за это. Большое монетчество, наверное, тогда процветало. Лошадь, да. Некоторые тоже восстановлены местами до шуты. Тут рукавицы где-то были. Вот там пальцы, на место пальца не было, там вместо них там дошили уже пальцы. Кусок кольца остался даже с этим. Что это на отсюда начало?
Под хвост.